Всем приветики. В общем, пришли ко мне мои посылки из Китая. Правда, обе они какие-то не очень, в плане упаковки. На этой был лишь почтовый пакет, это блок питания. И все, и пакетик, в который закрыт сам блок питания. То есть, просто два пакетика, ни пупырки, ничего. Я не знаю, будет ли он работать или нет. Мне пока что не на чем его проверить. Еще и пакет, к тому же, вон порванный. Вот такой вот блок, как бы так вот подключается к устройству, так, к сети. Работает или нет, но на вид целый, то есть я не знаю, будет он работать или нет. Надо будет потом проверить. Хотя можно сейчас, в принципе, в розетку ставить, глянуть, хотя бы горит лампочка. Вот эта вот лампочка или нет. Вот. Ну вот, в сеть вставил, загорелось зеленым. Сейчас, если достать из сети, то должно погаснуть. Я уже достал, она все еще почему-то горит. Там что, такой накоплен заряд, что ли? И так потихоньку тускнет. То есть так вот постепенно. То есть вроде от сети работает, а будет выдаваться или нет, не знаю, мне пока что не на чем проверить. Вот это одна посылка, а есть еще и вторая. Вот вторая посылка. Правда, вся пришла помятая, как бы ее еще и вскрывала сама таможня, потому что она превышает стоимость разрешенной суммы, и мне насчитали еще и за нее налог. Ну, в целом, вроде бы, коробка помялась, но сама вроде бы, сама вещь целая, вроде бы, вот. До нее оно вот помялось, но до нее вроде не дошло. Вот так было упаковано. То есть вроде бы нормально. Так, это я себе заказал такой еще один динамик. Вот он. Сабвуфер. И здесь даже контакты были прикрыты, чтобы их никто не раздавил. Вот он такой. Довольно-таки увесистый. 1,5 килограмма весит. Так, тут у нас еще какие-то болтики. Вот она сама коробочка, здесь больше ничего нету. Да, это просто как бы было такое, чтобы обезопасить динамик. Все, в коробке больше ничего нету. И вот сам динамик довольно-таки тяжелый. Вот он. Ну, думаю, здесь уже по названию понятно, что это такое. Что это сабвуфер. Довольно-таки мощный. И вот в такой вот он пришел. Ну, так вот он выглядит. Просто самая здесь такая как бы прорезиненная поверхность. На ощупь такая матовая. Типа как даже бархатная, приятненькая. Здесь такие дырочки есть. Для них болтики. Три болтика как раз по три эти дырочки, чтобы можно было его прикрутить куда-нибудь. Вот. По бокам такой вот он. Ну и контактики, куда можно. Ты нажимаешь, вставляешь сюда провод и зажимаешь. То есть нажал, вставил провод и зажал. Все, он так будет держаться. То есть не надо даже заморачиваться с пайкой. Сделал скрутку, засунул, зажал и все. И будет работать. Главное, приложить его к чему-нибудь и все. И мне еще к нему должен прийти усилитель. Как раз таки блок питания для усилителя. Вот он и есть, сабвуфер. Блок питания, вот он, для этого сабвуфера. И должен еще прийти усилителя нету. И тогда вместе все это запустится и будет работать. А сейчас пока что, не знаю, не на чем проверить. Разве что на моем старом, слабеньком, сюда надо 100, как бывает, а у меня 50. И к моему уже припаяно, это надо распаивать старые динамики, припаивать этот. Ну, в общем, не знаю, надо пробовать, там видно будет. А так вот пока что. Такие вот ко мне пришли посылки, а дальше буду ждать либо усилитель, либо, ну, если будет желание, перепаяю свой, проверю, как на моем, на стареньком звучит, на слабеньком, потому что этому нужен усилитель помощнее. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.